Ребят, всем привет, доброе утро, вечер, день. Я вот весь день сижу над проектом. Сами видите, что все очень долго делается, и все ради вас, для того, чтобы вы кайфанули, посмотрели ролик. Вот, как бы можете заметить. Ой. Вот, проект делается, он уже практически готов. Не сплю уже больше суток. Все ради того, чтобы выложить вам видео. Каюся. Чего? Хочу напомнить, что 9 числа будут подкаты с Лешей Корешем. Вот, конечно, он долбоёб. И, если честно, хотелось бы сказать, что спасибо ему, потому что он меня поднял. Я когда был в Челябинске, был никому не нужен. У меня было очень много миллионов, потому что у меня дедушка миллионер, да, у него свое производство, фабрика своя мебельная. Но это не важно. Вот. И хочу ему все равно сказать спасибо, потому что я стал популярным благодаря Леше Корешу. И вот с ним, в честь него, будет шоу подкаты 9 числа. Сколько бы ни было слов, я знаю, что глаза не врут. Не врут.